20 минут о красивой жизни на 31 канале. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Выставки, ярмарки, хендмейд творчества или, как их еще называют, маркеты – популярный формат выходного дня. Каждый раз новая площадка, новая программа и новые участники. Маркет с говорящим названием «Друзья друзей» долго анонсировать не пришлось. Узнали одни, пригласили других. Здесь собрались друзья, друзья друзей, друзья этих друзей. Нет, на самом деле здесь очень ламповая атмосфера, потому что многие люди друг друга знают. Лично я очень благодарна этому маркету за то, что я нашла столько новых людей для себя. Ну, они стали моими друзьями. Вот, поэтому ну, название оно себя оправдало. Фраза «Давай останемся друзьями» здесь обрела далекий от драматизма смысл, сменив его на более позитивный, объединяющий людей, до этого незнакомых. Это делает друг моего друга, с которым мы знакомы. Вот, первое мероприятие я пропустила, поэтому очень хотела попасть на это. Я почитала о нем, и мне понравилось, какие ребята тут представлены. И я как раз давно, знаете, когда собираешься, вроде хочешь что-то купить, собираешься и откладываешь. Вот здесь есть эти ребята, я как раз пришла к ним, чтобы наконец-то это сделать. Тут очень много моих знакомых оказалось, и все товары почти уникальные, которые возможно найти в другом месте. Узнала через друзей в социальных группах, ну, ВКонтакте. Мне скинули друзья, пригласили. Пришла, чтобы посмотреть, провести хорошо время в такой атмосферной обстановке. Традиционно маркет – это площадка, где представлены различные эко-товары, хендмейд творения дизайнеров и какие-нибудь мастер-классы. Но благодаря внутреннему наполнению и концепции организаторов, каждый новый маркет становится особенным. Это Beauty Time – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Парикмахер-стилист высокой квалификации учится на протяжении всей профессиональной жизни, а о новых тенденциях узнает из первоисточника и раньше всех. Этим летом делегация имидж-студии Елены Ивановой побывала в Германии, в Берлинской академии Икона, где рождается парикмахерская мода. Школа мирового уровня, работает по техникам Vidal Sassoon, то есть это чистые разделения, четкие стрижки. Vidal Sassoon – это суперточность в стрижке, это оттяжки, угол. Это техника, в которой работает весь Запад. Пробыли мы там 7 дней. Первый день у нас был показ тренера. Он делал 3 работы, выполнял. Мы смотрели, наблюдали, зарисовывали. Нам показали коллекцию 2019 года. Первый день была теория, то есть слушали, а потом отрабатывали на манекен голова. Как и во всех других направлениях моды, в парикмахерской сфере все остальные формы и линии уже давно придуманы. А тенденции заключаются в определенных комбинациях формы и цвета. В моде опять челки, то есть челки короткие, не рваные, а разная длина. Чуть короче, чуть длиннее, асимметричные, но плотные, также удлиненные. За свои годы работы я хочу сказать, что это новое то, что хорошо забыто старое. Это те, кто приходит в профессию, для них это ноу-хау. Те, кто работают уже в профессии, они просто освежили свои воспоминания. Все состоит из нюансов. Маленькие нюансы уже делают немножко другой результат. Поэтому здесь нюанс, линия среза, разделение, немножко заменять цвет, добавлять цвет. У нас была тренер Джессика, она разработала этот цвет. Всем плюс-минус, были чуть разные вариации, чтобы посмотреть, как одна и та же работа
с маленькими нюансами может по-разному выглядеть. В окрашивании это как натуральное, так и разноцветное. Оно называется «свет внутри волос». Волосы же, они всегда находятся в движении, и пересыпание всегда дает игру света. Так продуман нанесение красителя, что в шахматном порядке какие-то нюансы пересыпания дают движение. Учились мастера не только в стенах академии, ведь много тем для размышления подкидывают и сами прогулки по Берлину. Сейчас именно многие дизайнеры и одежды, наверное, во многих направлениях черпают свои творческие идеи в уличной моде. Я бы не сказала, что они работают по-другому, потому что принцип общения с клиентом, он всегда один. Я думаю, что у них все равно немножко как-то это все больше артистично. То есть они выполняют работу как артисты. То есть мы как-то немножко по-другому это все делаем. Сама вот эта поездка, вот это перемещение, это архитектура, это новые люди. Это тоже все вдохновляет, заряжает. Ты смотришь, как это носят люди, как они ходят, и другие западные. Это немножко и отдыха, и посмотрели на другую страну, и встретились с коллегами из других городов, то, как, где, на чем работает. Поэтому очень важно и очень интересно. Хочется сразу всех покрасить, всех перестричь, перекрасить, чтобы все были новые, другие, модные. Увиденное, оно бесследно пройти не может. Оно однозначно заряжает, и ты уже хочешь этим пользоваться, хочется уже какие-то, может быть, не все, но какие-то элементы обязательно используются. Самый быстрый способ изменить внешность – это новая прическа. Если она выполнена в последних тенденциях, это автоматически делает весь образ стильным и актуальным. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Дружба – понятие многогранное. Это и взаимоуважение, и взаимопонимание, а также общие интересы и увлечения. Студия макияжа с говорящим названием «Френды» – явление само по себе уникальное. Редко в фэшн-индустрии встречаются такие названия. Каждый, с кем когда-либо я и моя команда соприкасалась, это не просто деловые отношения. Это дружба в той или иной степени. И это очень важно иметь такое окружение, которое будет готово тебя поддержать и разделить и хорошее, и грустное, и плохое, и очень веселое. Вот поэтому мне захотелось, чтобы люди появились в кадре. В этом творческом пространстве одними макияжами дело не ограничивается. Так, по случаю трехлетия «Френдов» возникла идея философского сюжета с размышлениями о человеческих взаимоотношениях. Поддержали замысел ребята из «Ковин Видео». «Френды», их концепция основана на дружбе, и, собственно,
наша концепция, да, съемочного процесса тоже основана на дружбе, на семье, потому что когда вы преодолеете вместе съемку, вам уже не страшно ничего, то есть вы уже можете становиться родными людьми. Это как вот после праздника, вот праздник и съемка, вот две вещи, после чего вы роднитесь. Годы идут, вот друзей прибавляется, и мне захотелось поблагодарить и услышать их мнение, услышать их эмоции, мысли, увидеть чувства и наполниться ими, потому что это важно. А с Ниной не дружить невозможно. Это настолько позитивный человек, она настолько открытая, что ты сразу проникаешься вся и любишь ее. А дальше или ты общаешься больше чуть-чуть или меньше, но в любом случае ты приходишь всегда с позитивом и знаешь, что тебе там рады. Обычно такие события сопровождаются специально подготовленными фэшн-шоу. Но в этом году день рождения пройдет в формате фотовыставки с лучшими за 3 года работами френдов. Мне захотелось показать то, чем мы занимаемся все эти годы. Мне захотелось показать, чтобы люди увидели, что профессия визажиста – это не просто коммерческий макияж. Там на самом деле очень много интересного за кулисьем, и мне захотелось показать это. Кто-то, может быть, какие-то работы пропускали. Хотелось бы восстановить в памяти, освежить. Потому что каждая работа, творческая или, ну, в любом случае, некоммерческая, она всегда в себя вкладывает какую-то идею. То есть, как художники рисуют картины, они же какой-то посыл несут, они рассказывают, показывают свое видение мира. Также визажисты, также парикмахеры через свои работы показывают свое отношение к миру, его видение. Вот мне захотелось, чтобы наше видение увидели люди, поняли, что это не... что это очень глубоко на самом деле, не на поверхности. Результат творческой коллаборации можно будет увидеть совсем скоро, а само открытие выставки состоится 8 октября на дне рождения френдов. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Говоря о костюме в женском гардеробе, всегда лучше уточнять, будет ли это сочетание жакета с юбкой или же это брючный костюм. На последних остановимся подробнее. Еще недавно стилисты рекомендовали носить по отдельности верхнюю и нижнюю часть костюма, но в последнее время в тренде именно комплекты. И носить их можно каждый день, даже если того не требует дресс-код. Если выйти за рамки представлений о классическом костюме, то перед нами открывается целый мир дизайнерских фантазий, в числе которых, например, вечерний вариант костюма. Ну и, наконец, полюбившаяся многим идея нарядной демократичности. Ее еще называют спортшик. Костюмы из ткани высокого качества с изящными декоративными элементами для неформальных ситуаций. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. 6 красных фольксвагенов Polo, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете
можете зарегистрировать до 3 кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. В этом телевизионном сезоне проекту Beauty Time исполняется 15 лет. По такому случаю мы собрали самые яркие кадры, отснятые за полтора десятка лет существования нашей программы. Итак, красивые люди в красивом городе. История в лицах. Привет, Челябинску! Вы смотрите Beauty Time. Вы смотрите Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. 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 Beauty Time. Hello, Beauty Time. Привет, Челябинск! Вы смотрите Beauty Time. Beauty Time. Hello, Beauty Time. I'm Eva Mendes. Вы смотрите Beauty Time. Hi, this is Will Ferrell, and hello to Beauty Time. Hello, Beauty Time. Beauty Time. Hello, Beauty Time. Меня зовут Митя Фомин, вы смотрите Beauty Time. Hello, Челябинск, you're watching Beauty Time. Yo, what's up, this is Coolio with the flow, you're checking out Beauty Time.
Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом «Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. We'll be right back.